мы, выпускники и студенты Высшей школы экономики, хотели бы искренне поблагодарить руководство нашего родного университета за поддержку нашей молодежи, которая получает возможность такого достойного образования. Высшая школа экономики была и остается одним из самых прогрессивных вузов России, да и всего мира. Мы хотели бы выразить огромную благодарность ректору Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Никите Анисимову, нашему другу, и всему руководству университета. На самом деле, это очень серьезная поддержка для Абхазии, для молодежи Абхазии. Мы очень ее ценим. Кстати, хотели бы, конечно, огромную благодарность выразить Евгению Григорьевичу Ясину, Сергею Александровичу Караганову. Вот эти люди, которые меня, мое поколение обучали, являются для нас примером. Это люди, очень достойные люди чести, которые не только знания нам передавали, но и какие-то очень серьезные правила жизни. Это очень серьезные установки жизненные, что сила в правде всегда, сила в справедливости, сила в уважении к людям. Поэтому это очень серьезные уроки, которые мы на всю жизнь усвоили, и мы хотим пожелать, прежде всего, здоровья и всего самого доброго. И огромный привет всей Высшей школе экономики. Студенты из Абхазии очень надеются на сотрудничество с администрацией Высшей школы экономики в рамках недавно созданного нами Абхазского клуба «Наивысшее» с целью популяризации Абхазии и ее культуры среди студентов Высшей школы экономики. Более того, пользуясь случаем, хочу пригласить всех наших соотечественников, обучающихся в Высшей школе экономики, объединиться с нами в рамках Абхазского клуба «Наивысшее».